Ледник Тоиц на западе Антарктиды, прозванный учеными самым опасным в мире, находится в состоянии разрушения, и от него вот-вот отвалится огромный кусок. Если этот ледник полностью разрушится, то он один способен поднять уровень мирового океана на 65 сантиметров. Разрушение части ледника было заснято спутником НАСА, после чего статья была опубликована в журнале Science Advanced. На снимке видна сильно просевшая часть ледника, высотой 300 метров и в длину около 4 километров. По словам ученых, в ней образовалась полость, куда просачивалась теплая морская вода и усиливала процесс таяния. Ранее в этой полости содержалось предположительно 14 миллиардов тонн льда. Ледник Таутиса впадает в залив Пан-Айленд, море Амундсен, и считается самой уязвимой частью большого западно-антарктического ледяного щита, который охватывает площадь около 2 миллионов квадратных километров и занимает объем 25,4 миллиона кубических километров. В настоящий момент вместе с ледником Тоэтиса быстро уменьшается в размерах и два других крупных ледника Западной Антарктиды – Пан-Айленд и ледник Смитта. Это происходит из-за того, что таяние ледяного покрова в последние годы происходит куда быстрее, и падающие снегопады уже не могут возместить убыток. Когда все эти три ледника растают, а это произойдет, по словам ученых, минимум через 200 и максимум через 1000 лет, то уровень мирового океана поднимется на 3,3 метра. При этом появляется все больше доказательств, что скорость таяния ледника Тоэтиса увеличивается с каждым годом из-за повышения средней температуры моря в результате глобального потепления.